Урал – родина любителей майонеза. Ведь нигде в мире его не делают таким особенно вкусным. А наша столица Екатеринбург даже обладает рекордом Гиннесса по потреблению майонеза. Именно по нему мы начинаем скучать, когда уезжаем из родного края настолько сильно, что при каждом удобном случае просим друзей захватить с собой заветную баночку «Провансаль ЕЖК». Поэтому мы и создали проект «Вкусродины.рф». Нужно лишь снять ностальгическое фото или видео про то, как сильно в твоей жизни недостает баночки ЕЖК. Загрузить работу на сайт и поделиться ей на Facebook. Взамен мы пообещали доставить ее в любую точку мира совершенно бесплатно, лишь при одном условии. Если пост наберет свыше 100 лайков. И понеслось. Прага, Берлин, Москва, Дубай, Лос-Анджелес. Уральцы со всех континентов стали активно участвовать в проекте. Проект, основанный на локальном патриотизме, получил по-настоящему международный охват. В течение месяца в проекте приняли участие более чем 35 городов Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии. А авторы трех самых популярных постов получили годовой запас майонеза из рук лучшего друга. И самое главное, мы показали любовь уральцев к своей родине и к любимому майонезу «Провансаль ЕЖК».